ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями. На большей части территории невеликие короткочасовые дожди. Раницей днем с мокрым снегом. Ветер полночно-заходний 6-11, порывы до 15-20, местами до 24 метров за секунду. Температура по ветру ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем плюс 2, плюс 6. У Витебску будет облачно с прояснениями, короткочасовые дожди, раницей днем с мокрым снегом. Ветер полночно-заходний 6-11, порывы до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в ночи от 0 до плюс 2, днем 2-4 градуса выше за 0.